Да. Ударом обычных прямых левой правой рукой еще можно использовать боковые апперкоты и боковые апперкоты. То есть удар кидаешь вверх колесо? Да, одной рукой. Нас уже трое, кстати. Еще там Богдан, ось, он там. Мы, кстати, уже так катали друг другу. Одной рукой? Угу. Ну, двумя вот так вот катали. Дальше. Держи, чтобы не упало. Угу. Дальше. Следующее упражнение. Это основа, которую показывают, в принципе, все везде. Встаем. Вот так вот? Да. Только в стойке. А можно я попробую? Да, только не упадите. Добрый. Двумя, да, и меняешь ноги. Руки поднял и продолжай. Сможешь. Все требуется практика. Двумя ногами встал, да, и попеременно меняешь их. Нет, встал. Пытайся приземляться на носочки. Вот так вот. На носочки. Вот так вот. Да, да, да. Да, держится пока вроде. Запись идет. Нет, главное, чтобы не разбилось. Не, оно тут ударится. Ну да. Лучше тут уже. Ось, так вот. Будем надеяться. Будем надеяться, что не упадет. Потому что я так один раз, у меня телефон падает, и он без чехла так и весь разбивается. О, я знаю, что. Чтобы вообще, если упадет, то все было в порядке. Yes. Ой, и перчатки даже. Да, у меня такой, у меня тоже были перчатки. Да, я положу. У меня такой штуки никогда не было. Но я... А можно это примерить? Да. Так, Дим, подержи, пожалуйста, кепку. О, вот это отлично подойдет. Опа, Дим, давай. Дим, что, махаться будешь? Да? Нет, нельзя. Я сказал, нельзя. Я для шутки. Даже для шутки. Пока вы не на обучении, пока ваши родители не дали разрешения, нельзя. Поняли? Дим, застегни мне, пожалуйста. Он большой для тебя. Он просто большой. Но это все равно, что кастрюлю на 15 литров одеть на себя. Подрастешь, вообще бывают они разных размеров, на тебя надо просто поменьше. Вот и все. А как обратно поставить? Ого, даже такая штука есть. Покажите. Прикольно, чтобы зубы не выпали. Нет. А для чего? Капа смягчает удар на голову, когда ты пропускаешь удар в челюсть. То, то есть зубы сохраняет и не только? Нет, не зубы, не зубы. Голову? Да, сотрясение головы происходит намного меньше. Из-за капы? Да? Опа. Тихо-тихо. Угу. На самый последний. Ну, я сейчас пойду.
и скакалка, и все такое. Проверять себя. Листики существуют для проверки. То есть, что ты держишь руки на защите и не выпускаешь, что ты привык к этому. Вот так вот. Листик. Вот так. Прижал локтем. Прижал локтем. Прижал. Ручкой. Прижал. И теперь на колесо? Да. Все, стоп. Стоп. Листики. Это требует координации. А что с грушей? Если вы хотите заниматься, то разрешение от мамы, и тогда начинаем заниматься. А так нет, я вас ничему учить не буду. Почему? Потому что вы потом это в школе примените.